Представители регионального отделения Общероссийского народного фронта приняли участие в итоговом форуме действий ОНФ-2016. Он прошел в Москве. На форуме были подведены итоги работы движения за 3 года. Активисты ОНФ обсудили вопросы эффективности бюджетных расходов, реализации указов и поручений президента России, а также выдвинули предложения по решению проблем, которые на сегодняшний день наиболее актуальны для граждан страны. Об итогах поездки представители регионального отделения ОНФ рассказали журналистам на пресс-конференции. Работа форума проводилась на 7 тематических платформах. Одной из ключевых тем стала экология и защита лесов, в рамках которой были подняты проблемы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, сброса в водные объекты сточных вод и многие другие. Мы хотим посмотреть, насколько у нас особо охраняемые природные территории, а у нас их уже 7, и 2 планируются в рамках года экологии еще образовать. Они все регионального значения, все с определенным статусом защиты там, и использования. Мы хотим, ну, во-первых, первое понять, насколько они реально защищены от каких-то там загрязнений, воздействий. Там, это первое, да. А второе, а насколько использованы возможности для того, чтобы их вовлечь в, вот, ну, в допускаемый оборот. То есть используют в целях туризма, экологического там в первую очередь. Выступая на платформе «Качество повседневной жизни», руководитель регионального исполкома ОНФ Екатерина Бурдикова отметила, что для регионов Крайнего Севера актуальным является вопрос по капитальному ремонту домов. Чтобы наши вот северные условия по капитальному ремонту были тоже включены в эту программу. Это касается вот капитального ремонта выгребных ям и ям с септиками. Но хочу сразу сказать, что мое предложение было поддержано, включено в итоговую резолюцию, и как раз на этой площадке было обсуждено и также, как осуществлять общественный контроль за реализации капитального ремонта, работы управляющей компании, как сделать платежи управляющих компаний намного прозрачнее. Большое внимание на форуме уделялось и вопросам социальной справедливости. Обсуждались проблемы демографической и семейной политики, а также качество оказываемых услуг, как медицинских, так и социальных. Вот, побывав на форуме, я убедилась, что мы, в общем-то, движемся правильно. Мы отсматриваем и качество оказываемых услуг. Мы смотрим и мониторим все время цены и наличие лекарств. Всего в работе форума участвовали более 1000 человек. Это федеральные и региональные эксперты ОНФ, активисты, народные контролеры из всех регионов страны. Также в качестве гостей выступили представители исполнительной власти, депутаты Госдумы. Итоговым событием форума стало пленарное заседание с участием президента России, лидера Общероссийского народного фронта Владимира Путина. Любой мог задать вопросы, руки поднимали, там президент из этой толпы выделял кого-то и давал ему слово. И в конце он резюмировал, что именно такая площадка нужна, что эта площадка позволяет вот не только нам доносить до него проблемы в обществе, но и ему видеть и слышать гражданское общество, то есть вот активистов. На заседании были подведены итоги работы за прошедший год и за весь 3-летний период деятельности ОНФ, а также представлена повестка движения на 2017 год. Ирина Нежалова, Владислав Носкин, телеканал «Север».